Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Попробуйте белковый батончик «Турбослим» для похудения. Без сахара и лишних калорий. Батончиков много, а для похудения – один. «Турбослим». Спрашивайте в аптеках. Какая погода ожидает вас днем 20 апреля, расскажу вам я, Юлия Гадар. Солнце выглянет из-за облаков в большинстве городов края. Небольшой дождь ожидает лишь жителей Бийска и Заринска. Сейчас расскажу подробнее. Прохладнее всего плюс 10 в Тальменке. Двигаемся выше по столбику термометра. Плюс 11 в Заринске и Камне-на-Оби. 12 градусов тепла в Славгороде. Плюс 13 в Бийске и Кулунде. Еще выше температура в Бийске и Белокурихе – 14 градусов. 15 в Рубцовске. Теплее всего плюс 17 градусов в Змеиногорске. В краевой столице ночная температура составит плюс 6 градусов, днем 12 выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. О погоде это все. Я желаю вам сил и бодрости, хорошего настроения, любви, счастья и здоровья. Всего доброго. До свидания.